Христос воскресе! На Щелоксом телевидении «Диалог православия». Мы в прямом эфире, вы вместе со мной можете задавать свои вопросы священнику Русской Православной Церкви, настоятелю Николу Берельковскому монастыря, игумену Евмении. Отец Евмений, Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Да, передачу по доброй традиции предлагаю начать со слов самого Спасителя, да, с чтения Святого Евангелия. Начнем с сегодняшнего дня Евангелия, да, то есть так как у нас церковный день начинается с вечера, завтра на Божественной Литургии будет читаться отрывок от Иоанна, будет читаться с главы 9 стиха 39 по главу 10 стих 9. Вот, пожалуйста. Послушаем Евангелие. «И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит иннуде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило передо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Итак, начинаем с вами толковать, да? Что предваряло вот этот разговор, так понятно, с фарисеями, да? Да, этот разговор шел с фарисеями, и слугами архиерейскими, и ну, они постоянно ему противоречили, постоянно пытались поймать его на каких-то словах, на каких-то поступках, даже пытались искусить, мы помним, что вот надо давать дань кесарю или не надо давать дань кесарю. То есть они все время сопротивлялись проповеди Иисуса Христа. И, конечно же, здесь они также с той же целью и здесь задают эти все вопросы и пытаются его также уловить в чем-то. Но удивительно, что вот эта их цель, она совершенно разнится с теми событиями, которые предшествовали этому разговору, потому что совершенно незадолго до этого Господь исцелил человека слепого, причем он не просто потерял зрение, он родился без глаз, то есть он слепорожденный был, и у него даже глазных яблок не было. И Господь ему зрение сотворил из брения, то есть он, как в Евангелии мы читаем, он плюнул на землю, сделал бреновение, так, то есть такую как бы мазь из слюны и пыли придорожные, и этим помазал, и фактически из земли, из персти земной он сделал ему глаза. Ну, как человека, да? Как человека из земли сделал Господь, так и вот глаза этому слепорожденному. И все знали этого человека, он уже был в возрасте такой, ну, взрослый, то есть это не ребенок был. И видели его, когда он просил милостыни на дороге от Иерихона в Иерусалим сидя. Это был активный такой путь тогда, и много народа по нему шло. И поэтому там он ну, таким образом пытался как-то выживать, собирал себе милостыню. Поэтому знали его и в Иерусалиме, знали его и в Иерихоне, знали его, в общем-то, во всей округе. И тем не менее, ну, такого никто не мог совершить тогда, да и сейчас никто так не может сделать, восстановить зрение, да еще с глазными яблоками в придачу. При отсутствии их, да? При отсутствии их от рождения. Как это? Это ну, сегодняшняя наука не может такого сделать. А здесь мы видим, 2000 лет назад это еще более было фантастическое совершенно чудо. И они
как мы видим, тем не менее, все равно противоречили, все равно пытались как-то оспорить то, что говорил Господь Иисус Христос. И, конечно же, это их обличало, и об этом именно сама речь Господа. Что... Причем они даже это как бы так с осуждением и сами говорили, да, и мы, что ли, слепы, там, по-твоему, да? Да, да, да. То есть здесь вот этот вопрос, ну, то есть если ты говоришь, что вот там, да, слепые, что, и мы слепые, что ли? Господь говорит, вот лучше бы, фактически, если перефразировать, лучше бы вы были бы слепыми, тогда грехов бы на вас не было бы. А так как вы видите чудеса, вы видите, что происходит по моему слову, по моим делам, какие чудеса творятся, да, вы это все видите и не верите. Вот здесь он как раз и говорит, что вы согрешаете. Прям по словам с вами будем разбирать. На суд пришел я в мир сей. На какой суд пришел Господь? Ну, мы знаем, что такое суд мирской, да, это когда кто-то против кого-то какой-то процесс судебный, выставляет претензию, да, и на суде, то есть там истец, ответчик, в общем, и судья. И вот судья пытается этот, так сказать, процесс вести, что-то такое, значит, сделать, ну, либо какие-то другие там трения или там, может быть, нарушения законности разбираются в суде. Вот здесь, собственно, Господь говорит о нарушении законности даже не человеческой, не какой-то там моральной, нравственной законности, а нарушение законов самого бытия, потому что эту Вселенную вместе с нами, вместе со всем наполнением ее создал сам Господь, и Он вложил законы бытия в это бытие, да, в эту Вселенную. И те люди, которые говорят, что Бога нет, что здесь все само по себе происходит, они уже согрешают. И, конечно же, Господь придет в конце времен, чтобы этих людей сделать безответными. То есть они говорят, что Бога нет, а Он придет. И как вот, в каком состоянии будут эти люди, в ужасном состоянии, как они будут реагировать на пришествие Господне, причем славное пришествие, не как первое во смирении Господь пришел, а второе пришествие будет уже страшное, с ангелами, с явлениями, с различными там, скорбями, бедами на человечество движимыми. То есть это будет пришествие судьи этого мира. И он будет судить всех по... не по человеческим законам, а по божественным законам. То есть то, что он фактически проповедовал в Евангелии, и вот в этой беседе он также раскрывал какие-то части своей евангельской проповеди в беседе с фарисеями, вот это он и спросит, а вы исполняли это? А вы меня послушали? О втором пришествии, да, потому что в первое пришествие Господь пришел спасти. Да, он пришел не судить, а спасать. И рассказать, как нужно жить, как нужно действовать, чтобы прийти в Царство Небесное, да, чтобы не в ад попасть, а спастись и в Царство Небесное войти. И здесь, конечно же, первое пришествие поэтому было в смиренном виде его, то есть он не проявлял своих божественных качеств, потому что, ну, один раз это на Фаворе преобразился пред апостолами, тремя. Перед избранными, да. Избранными апостолами, и то они там в ужасе попадали навзничь, да, от его вида божественного. Да. Поэтому второе пришествие – это будет пришествие судьи мира. И суд, он что такое суд? Ну, фактически это будет спрос с каждого из человеков за то, что он совершил в этом мире, за то, что он следовал или не следовал законам божественным, за то, что делали и не делал он какие-то добрые дела. То есть сами дела будут судить, да? Да, ну, соответственно, и дела внешние, и дела внутренние. То есть Господь будет оценивать всего человека, не только внешние, но и внутренние будет дело не оценено. Потому что, ну, есть люди, которые там всю жизнь болеют, лежат. То есть они сделать-то ничего не могут. Но и они будут на страшном суде также взвешены, да, Господом, что у них в душе в этот момент происходило. То есть он болел и с верою, и упованием на Бога терпел это с благодарностью, либо он болел и без веры в Бога
в унынии, в каком-то в ропоте пребывал и в страстях. Да еще и жизнь другим отравлял. И еще и другим мешал жить, да. То есть вот это каждый будет взвешен на своих весах. И об этом суде речь идет как раз. Судить мир Господь будет уже по своему разумению. Ну, мы знаем из других моментов евангельских, что Господь спросит, а посетили ли вы меня в тюрьме, в больнице, там, одели ли, накормили меня, или там, помогли ли мне, жажда, да. Да, то есть напоили ли меня. Вот, то есть это все будет опрошено. И в ответ на ответы со стороны людей, а не отвечать там нельзя будет, Господь скажет, ну вот станьте вы слева, вы справа, да, и все. Те, которые справа, пойдут в Царство Небесное, те, которые слева. Овцы и козлища, да? Да, именно так. Вообще вот интересное, да, такое вот сравнение, и Господь себя сравнит с пастырем, да, и овец своих, овцы его слушает. Вот откуда вообще такое вот наименование, такое сравнение? Но мы видим, что Господь, он вообще, вот вся его проповедь, да и пророческие также проповеди от лица Божия, они все пропитаны самыми простыми понятиями, самыми простыми какими-то притчами, терминами и высказываниями. Для чего? Для того, чтобы поняли не только умные люди, там, начитанные, но и самые простецы. И здесь мы видим также использование для объяснения устроения, ну, так сказать, вот, и Царство Божие, и устроение человеческого рода, и устроение спасения человеческого рода. И здесь используется понятие пастух, пастырь. Ну, как первые даже, там первые люди, да, их там Каин, Авель, тоже они же там. Да, и Авель был пастухом, Каин был там земледельцем. И, собственно, ну, с самого начала мы видим, что пастух – это, ну, одна из древнейших профессий. Тем более, что после потопа Господь разрешил Ною с семейством кушать животных. До потопа там как-то не благословлялось. А после потопа уже вот эти конкретно овцы использовались просто и для еды, и для изготовления одежды из шерсти, и для обуви из шкуры самой, и там бурдюки делали из овечьей кожи и прочее, что там только не происходило. Поэтому овцы были в течение всего существования человечества необходимым условием, можно сказать, выживания. Ну а овцы, они не могут без пастуха, потому что, во-первых, их надо защищать от каких-то хищников. Ну, например, на Святой Земле в тот момент, когда вот Господь пришел для евангельской проповеди, были не только там волки, но там были и даже львы водились, и леопарды водились. Это мы знаем по раскопкам, по мозаикам, которые изображали тех животных, которые там жили на тот момент. Естественно, пастух должен защищать свое стадо. Это одна из необходимых вещей, таких деланий, которые пастух, собственно, и на что он поставлен. Второе – это само стадо, оно же не знает, куда идти, где хорошие плодородные земли, где хорошая трава, где водопой. То есть здесь это тоже дело пастуха. Поэтому он берет стадо и ведет его в том направлении, где будет лучше стаду существовать. Раньше даже имена животным давали. А если уж совсем добрый пастух, так он их всех и по именам называл. Причем имена, это не как мы сейчас там собачек там и кошечек называем, просто как нравится, вот там, ну, что первое в голову пришло, то и называем. Нет, раньше вообще библейские времена, ну, если брать вообще Адама, ведь он назвал всех животных и все растения. И каждое название животному или растению им давалось по устроению этого животного растения, то есть по его внутренней сущности, по тому характеру, по тому действию, которое это животное или растение, или птица, или рыба производили в этом мире. И наименование животных, их название, они несли сущность их структуры этого животного. То же самое и здесь. Мы сейчас также наблюдаем, что даже
Но пастухи в нашу бытность, там, если злая корова, там, ее называют как-то одним названием, не будем говорить, там, бодливой, да, значит, какое-то название дают злое, а когда добрая там, коровка, там, ей по-другому название дают, то есть это сейчас присутствует, хотя и не всегда. Поэтому по именам, по названиям пастырь звал своих овец, и они узнавали его голос. Кто в притче вор, разбойник? Вор и разбойник тот, кто, от кого и должен пастырь защищать свое стадо. То есть вор – это человек, который действует по наущению дьявольскому. Ну, то есть первопричиной, конечно, воровства и разбоя сатана является, дьявол. А те, кто его слушают, это падшие ангелы и люди, они, собственно, и расхищают какое-то... Ну, в данной ситуации речь идет о стаде, какое-то богатство человеческое. Значит, если стадо не защищать, если стадо не будет, так сказать, как-то идентифицировать своего пастуха, то часть этого стада просто погибнет, потому что вор он их отведет и использует для своей наживы, а не для того, чтобы стадо множилось и укреплялось. И здесь речь идет как раз о том, что если ну, эту аналогию, эту притчу переносить на человеческое бытие, то стадом является род человеческий, который Господь пасет. И в этом роде человеческом часть идет по стопам пастыря, по стопам Христовым, а часть стада, так сказать, идет по стопам дьявольским и гибнет вместе с этим вором, разбойником и клеветником, и обманщиком. Поэтому здесь вот и важно, чтобы каждый человек в человеческом роде, как та самая овечка, да, в стаде пастуха этой притчи, она узнавала голос Божий, чтобы она не отвечала и не велась на обман дьявольский, потому что он будет, естественно, всячески подражать, пытаться подражать Господу. И через это льстец, клеветник и обманщик часть людей исхищает из стада Божьего. Вот об этом в «Воре и разбойнике» речь идет. Да, ну вообще в Евангелии часто, да, используются там притчи такие, когда там из 99 одна там потерялась, да, овца. У провец много, да. Малое стадо, да. Не бойся. Да. Очень много всяких моментов евангельских, где Господь приводит это понятие пастырь, овцы, опасности. Там овца одна потерялась, там, значит, другие моменты, это из описания страшного суда, что вот козлище и овцы, да, там, по левую и правую сторону встанут. Третий там, значит, вот, ну, не бойся малые стады, это тоже уже мы сказали. И их еще несколько названий, я сейчас уже даже так не вспомню навскидку, но они есть. И это самые, наверное, частые из притч, которые использует Господь. Ну и еще есть и про лозу виноградную, также с церковью сравнимую, что я, собственно, лоза, а вы рождие, то есть веточки, на которых рождается сам виноград. И вот как без лозы эти веточки виноградные не могут, они высыхают, так и вы без меня ничего доброго сделать не можете. И таких образов, взятых из жизни человеческой, очень много. И от этого слова, да, пастырь, у нас есть архипастырь, да? Вот. Если да, о церковном устроении той, так сказать, вот лесенки церковной, то мы слышим, что есть посетил архипастырь, да. Это, то есть, пастырь – это священник, и до епископа уже епископ – это архипастырь. И выше – это все архипастырь, то есть до патриарха. То есть от епископа до патриарха – это архипастырь. А ниже – это просто пастырь. Поэтому здесь мы следуем, так сказать, евангельской вот этой притче и называем церковное устроение прямо по этой притче. Господь в этой притче, да, он себя двумя образами сравнивает, то есть с пастырем, а также говорит, я есть дверь овцам. То есть Господь дверью себя тоже называет. Ну, продолжая вот эту аналогию с жизнью стада, Господь здесь говорит, что стадо, оно ведь
ну, на ночь обычно его прячут, да, в каком-то закрытом помещении, где есть дверь, а утром его выводят, а на ночь опять загоняют туда, чтобы они и не потерялись, и не были съедены, украдены и прочее. Ничего бы с ним не произошло. Вот дверью здесь Господь себя называет, потому что мы имеем единственного Спасителя, который нас может ввести в Царство Небесное, это Господь Иисус Христос. Никто другой туда нас ввести не сможет. И таким образом дверью из этого земного мира в мир небесный является только Он. То есть дверь – это первое, что, с чем соприкасаемся, когда открываем? Ну, конечно. То есть мы же рано или поздно все равно выйдем из этого помещения, называемого планетой Земля. Мы из него выйдем при посещении нас смертью. И вот при выходе… Так вошли, да? А вошли мы вообще только Божьим промыслом, и сам Господь сотворяет душу человеческую тоже, этой же дверью и вошли. То есть через Бога мы сюда вошли, через Бога мы отсюда выйдем. И, ну да, как и в поговорке, что голым я пришел, голым я и ухожу. Ничего с собой не унесешь. Материальное, я говорю, духовное, да. Поэтому… Здесь Господь говорит и про дверь, про пастыря, про дверь. И с помощью этих образов Он описывает действие Божие по отношению к спасению овец. А как это можно войти не через двери Божьи? То есть нужно, чтобы все было по Божьему произволению? Значит, но здесь также мы видим, что сам Господь пришел в этот мир по тому закону, который он, естества, который он же и создал, то есть естественной дверью, да, через Пресвятую Богородицу он родился, как и все люди. И он вошел на проповедь в мир человеческий также по закону, потому что Бог Отец его послал для этого, то есть он исполнял послушание. То есть это не своеволие, это было послушание Отцу Небесному. А те, кто входит в этот мир иначе, то есть по своим прихотям и похотям, я говорю о учащих, о тех людях, которые пытаются сделать себя пастырями, то есть лжепророки, лжеучители, лжеправидцы и прочие лжи. То есть они не по воле Отца Небесного идут на проповедь. Они идут на проповедь по своей собственной воле, а если быть более точным, по воле Отца их дьявола. То есть бес им начинает помогать, и бес их сподвигает по их гордыне, по их другим каким-то тщеславным и прочим страстям. И они идут и обманывают людей, собирают вокруг себя стадо также, и ведут это стадо не на злачные поля и на водопои, а в пустыню, где оно гибнет, в пустыню духовную. К сожалению, таких примеров очень много, то есть всяких сект, ересей и прочих, так сказать, выдумщиков, да, мягко говоря, в духовном плане. Ну, мы уже столько всего этого увидели, да, во времена Ельцина там, или Горбачева, сюда просто хлынул поток этих лжеучителей, и хорошо сейчас хоть поутихло это все, как-то вроде не так активно сюда эти все. А там на Западе это как было, так и остается, то есть в Америке или в Европе этих лжеучителей огромное количество. То есть там они по-прежнему расхищают, плодятся. Ну, да. А что касается нас, это, наверное, если мы что-то делаем по своему разумению, да, а не по Божьему призванию. Например, как пророк Моисей, да, мы вспомним его в начале, когда он там захотел по своей воле защитить и убил случайно. Ну, если раскрывать, так сказать, как своевольный, да, человек приходит и пытается создать из себя лидера, да, ведущего какой-то. То есть залезть в овчий двор иноди, да, то есть получается? Да, иноди. Ну, вот Моисей, пророк, он, хотя из благих побуждений он действовал, да, он попытался сначала народ израильский управить просто силы и просто вот своим авторитетом. То есть мы читаем это в Исходе, да, в Библии, когда он, увидев, что бьют его соплеменника, израильтянина, египтянин бьет воин, уж не знаю там по какой вине, он защитил его, причем защитил до того, что убил этого египтянина. Но вместо того, чтобы его поблагодарить, этот человек просто убежал от него.
которого он защитил, израильтянин. А в дальнейшем, это еще ему и помянулось в отрицательном виде, когда он увидел других ссорящихся уже своих соплеменников, двух из израильтян ссорящихся, вот-вот там дерущихся, не подерется только еще. И он подошел и их пытался разнять, и им, так сказать, авторитетно сказать, что так не надо, что-то. То есть он стал, пытался выступить как лидер, как учитель, как примиритель, сам по себе. Когда ему не звали. Да, его никто не звал, его никто не воспринимал. А ему ответили, а ты кто вообще? И чего ты? Или ты хочешь нас так же убить, как того египтянина? И тут он просто испугался и убежал. И 40 лет после этого жил в пустыне, где пас овец и женился в том числе. То есть, и пока его Господь не призвал из этой пустыни, а жил он... Ну, те, кто ездили там в Шарм-эль-Шейх, там есть место... где монастырь великомученицы Екатерины находится, да, гора Синай. Вот он в тех местах пустынных жил. Представляете, как он далеко убежал из Египта. И только когда Господь ему явился в виде неопалимой купины, то есть горящего, несгорающего куста, и разговаривал с ним, с Моисеем, и призвал его к тому, чтобы он стал пророком Божьим и повел, наконец, народ израильский в спасительное русло и к выходу из Египта. Вот только после этого народ израильский за ним пошел. То есть сам Господь устроял его жизнь с этого момента и давал ему в том числе и творить чудеса для вразумления народа израильского. И не только его, но и народа египетского тоже. Те самые казни египетские по... молитва Моисея по Божьей воле, происходящей с египтянами, они, собственно, вразумляли самих египтян, чтобы они отпустили народ израильский. Они не хотели, они же были рабами у них, они не хотели их отпускать. И здесь, вот удивительно, совершенно безоружный, один-единственный, да, пророк Божий Моисей, он все-таки добился своего и спас народ, а их... народ свой, их там только мужчин было около 600 тысяч человек, да, а с ним еще женщины, дети, старики и прочее. Вот он их вывел через Красное море, по дну Красного моря провел и привел через 40 лет, правда, по их неверию, в землю обетованную, в Палестину, где потом было создано государство израильское. То есть для нас это урок, да, чтобы мы делали не по своему воле, а когда вот нас зовут, когда мы нужны, когда мы призваны. Мы доброе дело... сделаем хорошо только, когда Господь нам в этом будет помогать. Не так, что я хочу сейчас доброе дело пойти сделать. Да, иначе это будет похоже, как вот дети иногда там котят поят молоком, и они захлебываются этим молоком, и едва-едва потом прочихиваются. Да. Нет, давай пей, вот он тыкает туда. Доброе дело же он хочет. Доброе дело, я накормить, он пищит, плачет, ему там еды не хватает, сейчас его накормлю. То есть вот не надо быть такими, надо все-таки делать, чтобы так, чтобы это было угодно Богу, а не по своей воле. Ему предверник отворяется. Кто в притче здесь предверник? Мы понимаем, что предверником можно назвать, ну, Иоанна Предтечу, конечно же, потому что Господу предуготовил путь, сделал стези его прямыми, Иоанн Предтеча. Но это как бы человеческое, да? Но Иоанн Предтеча это действовал также по Божьему произволению Духом Святым. То есть фактически предверником был Дух Святой, действующий через Иоанна Предтечу. Как и в прочих делах, Дух Святой, он везде и всюду следует пред лицем Божиим и также устрояет все в этом мире. Очень важно для нас понять, да, что в данной притче овцы слушали своего пастыря, слышали его голос, понимали его. Нам тоже нужно быть... идти за Господом, за пастырем, как нам услышать голос Божий, как следовать за ним? Голос Божий можно услышать двояко. Первое – это через слух, когда читают Евангелие, когда читают Священное Писание или молитвы читают, ну, или проповедь какая-то церковная, там, святые отцы церкви нас учат. Везде, во всем этом мы слышим голос Божий. Вера от слышания Слова Божьего. Да, и тогда у нас через это слышание ушами внутри возникает вера, и на основании этой веры у нас появляется уже слух духовный, когда мы начинаем слышать
уже голос Божий в сердце своем, когда мы его очищаем от страстей, и когда мы приходим к тому, что ну, фактически как ангелы беседуют с Господом, да, так и человек, очищенный от страстей, от грехов, он может также беседовать с Богом уже не через слух, а через сердце. И даже мы читаем в Библии, есть такая фраза: «Дашь мне сыне сердце твое». Сам Господь говорит, обращаясь к нам, ко всем. Поэтому сердце человека должно принадлежать Богу, а не человеку. И уж тем более не страстям, и не другим людям, лидерам там, или еще кому-либо. Да? И там кто-то делает кумиров, кто-то там поклоняется каким-то там звездам, кто-то поклоняется там футбольным командам. Вот нельзя свое сердце отдавать непонятно чему, которое потом приводит к плачевным результатам. Господу. Сам Господь создал наше сердце. Господу его сердце это надо и отдать. В этой притче говорится и о духовной, да, такой слепоте. Вообще о слепоте много есть историй в Евангелии. В частности, мы говорили с вами, начали передачу, да, о слепорожденном. Она как раз, эта притча будет в воскресенье разбираться. Мы ее с вами сегодня стали разбирать, потому что мы только недавно, там, в прошлом году разбирали о слепорожденном. Кому будет интересно, могут на сайте tv41 найти.ру посмотреть эту передачу. Мы прям тоже дословно все разбирали. И вообще много историй о слепых, когда Господь исцеляет, да. Почему такое вот большое внимание зрению? Но мы без зрения, мы, в общем-то, совершенно слабые и ничего не могущие сделать, потому что через зрение, я говорю сейчас пока о плотских глазах, приходит к нам 90% информации об окружающем нас мире. Это и опасности, это и польза, это и какие-то интересы, это и та удивительная красота Божьего мира, которая также через зрение нам приходит. И поэтому на зрение все концентрируется внимание в Евангелии, потому что через зрение мы можем увидеть или не увидеть свои грехи. Через зрение мы можем увидеть или не увидеть обман, да, или, наоборот, правду. Через зрение это уже больше относится к духовному зрению, к внутреннему зрению, потому что кроме глаз есть плотских, есть еще глаза духовные, также в сердце находящиеся. И мы здесь должны через плотское зрение прийти к духовному зрению, как и через плотской слух мы должны прийти к слуху духовному, как и прочие чувства плотские, они должны у нас преобразоваться в духовные чувства, то есть таким образом мы должны из плотского человека превратиться в духовного человека, то есть как, ну, как младенчик вот в утробе, у него ручки, ножки есть, но они недееспособны, то есть он ими работать и ходить не может. И только когда он здесь вот рождается в этот мир, они начинают расти, укрепляться все составы его тела, и органы чувств укрепляются, и зрение в утробе матери, зрение, оно только в зачаточном состоянии, да, телесное даже зрение и все прочие чувства. А при рождении в этот мир оно все начинает развиваться и приходить в естественные, задуманные Богом, так сказать, силы. Вот то же самое, если только утробу матери сравнить с планетой Земля, то есть мы сейчас вот в этой утробе находимся, как там в утробе матери у нас были зачатки плотских различных качеств, то здесь, в этом планетарном таком месте нашего развития, у нас есть зачатки духовных наших качеств. И эти духовные качества мы должны развивать, потому что это непосредственное наше естество. Оно должно развиться и должно прийти в свой полный возраст, который сам Господь заложил при сотворении человека. Поэтому всякий человек, который от духовных чувств, мыслей, дел, желаний отходит, он сам себе вредит, он свое же собственное естество повреждает в пользу плотского. Потому что с плотским проще, не надо напрягаться, и мало того, еще и удовольствия какие-то плотские получать можно. Вот, и это все известно. Но это жизнь животных. Но это, да, жизнь тех, так сказать, творений Божьих, которые ну, на несколько ступеней ниже человеческого естества. Такие же глаза.
Да, глаза, такие же уши, такие же органы чувств, там, осязание, обоняние, все есть и у животных, плотское, а вот духовного нету. А то, что у нас есть зачаток духовных этих качеств, это то, что есть у ангелов, и, собственно, к ним мы должны стремиться, к ангельским мыслям, к ангельским слышаниям глаголов Божьих, к ангельским воззрениям духовного мира и к ангельским делам. Тем более, что сам Господь в Евангелии говорит, что вы подобны ангелам. Да? То есть мы все... Ищите Царствие Божие. Да, мы призваны к жительству в Царстве Небесном наравне с ангелами. И если мы к этому не движемся и не стремимся развивать в себе вот эти вот качества, заложенные в нас. Ну, знаете, как вот бутон розы, вот она не распустился, он зеленый всех, какие бы перед нами сорта роз не были, они все одинаковые бутончики, то есть желтые, красные еще не разберешь. Только когда он распустится, этот бутончик, тогда мы видим, ну да, вот это вот такая роза, там, вот это такая роза, вот это такая, то есть мы и цвета, и оттенки, и запахи, то есть различные качества, которые на этапе бутонов не видны и не слышны. Вот то же самое в человеке. Этих бутонов очень много заложено. И надо создавать условия для того, чтобы эти бутончики у нас раскрылись, духовных качеств наших. Тогда мы исполним промысел Божий о нас, заложенный в нашем естестве при нашем сотворении. Как нам раскрывать духовные наши? Для нас... Можно сказать, созданы все условия для этого. Только надо этим условием пользоваться. Если мы, ну, опять же, если аналогию также будем говорить притчами, но не евангельскими, а человеческими. Если мы для того, чтобы роза выросла, мы создаем условия, там, тепличные условия, подкормки, там, какие-то... Чтобы ветер особо там. Да, значит, полить надо вовремя, там, подкормить, там, от каких-то там мошек, блошек их избавить, чтобы они их не сожрали раньше времени, да. Соответственно, грунт подготовить. Ну, очень много всяких моментов. Удобрение. Садоводы вот это все прям ну, по полочкам раскладывают. И тогда роза достигает своего совершенства, да, то есть то, что в ней заложено, она растет, и то не сразу, сначала там стволики, веточки, листики, только там на какой-то там год появляются бутончики. И раскрываются, цветут. Вот то же самое и в человеке. Нам даны условия, которыми Господь нам помогает раскрыть вот это внутреннее наше естество духовное. Но если мы их не ищем, если у нас нет интереса к этому, даже каких-то пожеланий нету, да, мы, а я хочу быть животным, я не хочу быть ангелом. Но фактически это перефразировано то, что сейчас говорят люди неверующие. Зачем мне все это нужно? Ходить в церковь, причащаться, исповедаться, молиться, поститься, делать какие-то добрые дела, себя там удерживать от каких-то пристрастий, да, там, выпивки, от сигарет там, или одни от блуда. Одни огорчения. Да, то есть зачем это все мне нужно? И многие даже не понимают вот, верующего человека, а зачем ты это все делаешь-то, ради чего? А это делается как раз те самые условия для раскрытия вот этих внутренних бутонов духовной жизни, которые в нас есть. И этот человек, который вытаптывает фактически свою внутреннюю вот эту розу, вот эти бутончики, он топчет плотскими своими грубыми животными чувствами и пристрастиями, он вытаптывает то, что должно было бы в нем по промыслу Божьей, по задумке Божьей раскрыться, возрасти, но он не создает этих условий. Потому что ну, без исповеди нас сожрут различные страсти и греховные наклонности. Потому что только исповедь очищает нашу душу от этих всех вещей. Ну, как розу мы очищаем от всяких тли там, и прочих всяких долгоносиков, которые ее съедают. Потому что без причастия душа человеческая, она не может развиться, потому это же поливка пошла, да? Поливка, это питание. Питание, конечно же. Поливка – это как кровь Господа, а питание – тело. Ну да, тело и кровь Господня, да. То есть здесь мы, также наша душа, она иначе просто от голода и отсутствия духовной пищи, она просто будет погибать. Также чтение Священного Писания, чтение молитв – это тоже те
ну, та тепличка, скажем так, которая создает атмосферу для розы, там теплая атмосфера, без ветра, без каких-то градов, без там, холодных ветров и заморозков. То же самое здесь. Мы создаем внутри себя атмосферу с помощью священного писания, с помощью молитвы, с помощью поучений церковных. И эта атмосфера, она нас правильно воспитывает и правильно дает возрасти вот этому нашему цветку духовной жизни. А от ветра мы избегаем искушений, стараемся удаляться, да? Вот да, каких-то... это пост, это удаление от различных страстей, от неправильных и дурных собраний, дурных привычек, да. Не смотреть в сторону, так сказать, каких-то греховных наклонностей человеческих. И это все мы избегаем заморозков и холодных ветров, которые также иссушают и губят нашу душу, духовное наше естество. Послушаем звонок, у нас есть звоночек. Послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Через чужие запоры. Пожалуйста, говорите. Христос воскресе. Воистину воскресе. Я хотела спросить насчет мародерства на кладбище. Угу. У меня соседи Щавелевы, то они у нас выкапывали с наших могил, цветы себе сажали, то мусор кидали. А недавно они просто стали менять маленькую дошку, которая стояла, дощечка на могиле, на большой памятник, большую мраморную плиту. Они протащили через чужую калитку и сломали калитку, сорвали с петель. Что им за это будет? За это мародерство? Угу. Хорошо, да, спасибо за звонок, за вопрос. Хотя он больше, так сказать, к юридическому относится, чем к духовному. Но в духовной здесь тоже есть. Но если люди не соблюдают интересов, так сказать, других людей, то они сами потом к этому придут, то есть и с ними все будет то же самое. Это есть такая фраза в Евангелии: «Какой мерой ты меряешь, такой мерой тебе и отмеряется». И если человек не соблюдает интересы другого человека, а тут не то, что не соблюдает, они еще и вредят, да, да, как-то в открытую или, там, или не совсем открыто, но вредят вам, да, вот в том числе и на кладбище. Хотя само кладбище должно наводить на мысли о воздаянии, о смерти, о каком-то добродетельном жительстве, да, чтобы, ну, отдаляться, казалось бы, от суеты мирской, но нет, видите, и на кладбище тоже люди грешат. Но мы помним, что Адам вообще в раю согрешил. Вот. Но здесь, ну, остается только помолиться за них, чтобы сам Господь их вразумил, чтобы они сами как-то осознали свою ошибку, ну, и исправились. Исправились, может быть, и вас попросили прощения, починили эту, так сказать, дверь, калиточку, там, может быть, какие-то там, не знаю, тоже цветочки вам подарили, посадили бы вам. Ну, то есть, вот, как говорят, долг платежом красен. То есть здесь каждый будет получать по заслугам, это надо четко помнить, и вот эта фраза «какой мерой ты меряешь, такое тебе и отмеряется», она в свое время сбудется на этих людях. Ну и человеку тоже надо отпустить эту ситуацию, да, потому что человек переживает это в себе. Ну, конечно же, я так по голосу слышу, что это, ну, не молодой человек, и уже сил-то особых нету для вот этого всего восстановления там, и чего-то такого поддержания, то, конечно же, здесь надо все-таки пустить все-таки на волю Божию и молиться Господу, чтобы Господь сам все устроил. Все Господь устроит. Смириться. Ну, в какой-то степени, да. То есть, хотя молитва – это даже тут не смирение, а вообще забвение грехов других. Да? Если «Отче наш» мы читаем, мы там читаем «И оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим». Да? То есть это даже не смирение, это просьба, прямая просьба, что вот я оставляю другим долги, а ты мне оставь, Господи, мои долги, потому что я вот так делаю. Ну и как раз этой мерой вам Господь и воздаст. Вы прощаете, вы оставляете, вам Господь простит, вам Господь оставит. А есть какой-то минимальный необходимость, что должно быть вот на могилке?
Ну, если брать преподобных отцов, так они вообще говорили: я когда умру, вы мне веревку на ногу накиньте, оттащите меня вон в болото и там оставьте, пускай там я и какой-нибудь. Или колосиновый вбейте. Да, куда, значит, или вот кто-то делал такое завещание, что при входе в храм или в монастырь вот здесь могилку сделайте, чтобы я туда положите, чтобы меня топтали, даже после смерти меня топтали люди, входящие в храм, входящие в монастырь. То есть вот на такого смирения, так сказать, были преподобные отцы наши. Вот. Ну, минимальное это что? Это память. Это чтобы мы могли посетить, это чтобы была территория... Главное, чтобы крест стоял, да? Да, чтобы эта территория была для нас территорией молитвы о упокоении наших сродников. То есть крестик, конечно же. Ну, можно там поставить какую-нибудь фотографию, надпись, естественно, в память о усопшем. Ну, и вот место, где помолиться. И вот эта оградочка. Не место возлияний. Ну, это совсем не место, да. Это не ресторан и не гулянка. Здесь мы на кладбище идем для того, чтобы помочь нашим родственникам умершим, чтобы им было легче в том мире, чтобы с них снялись грехи по нашим молитвам. И вот для этого мы идем на кладбище, а не для того, чтобы там выпить там водки и там 100 вообще, граммов поставить на могилку еще. Важно? Ведь мы, как мы неоднократно говорили, да, в нашей передаче, что самое главное – это церковная молитва. То есть обязательно, насколько обязательно посещать могилы? Ну, посещать можно, потому что это естественное человеческое, так сказать, устроение, что вот как мы посещаем своих близких родственников в гости. А самому человеку это важно, вот, который усопший? Для человека умершего важнее намного то, что за него помолится в храме, в алтаре, проскомедию, частичку вынут, и на литургии ему намного будет больше пользы на литургии за него помолиться в храме, чем вот на могилке. То есть и общение, да, и не обязательно человек пришел вот на могилку. И вот... Общение с усопшими, мы вот даже вечером и там, или утром молимся за усопших, это уже общение с ними. Дома, там, в дороге, где мы молимся. А если в храме молимся, то они вместе с нами в храме стоят тоже и молятся вместе с нами, усопшие, духом таким своим, конечно, нетелесно. Вот. Это все и есть общение. То есть, скажем так, ну вот как мы общаемся с людьми, удаленными от нас через там, возможность там, по телефону, то вот здесь таким телефоном является там, псалтырь, молитва о упокоении, поминовение на литургиях. Вот это все инструменты общения с усопшими в их уже в том мире, где они сейчас находятся. То есть могилу, в принципе, все по минимальному должно быть, чтобы не особо там ничего забот особенного ухаживать. Не надо, да. То есть никаких там гранитных, особых там удивительных каких-то там памятников не надо ставить. Нужен крестик православный, нужно, ну, чтобы, конечно, бурьяна не было. А так вот все, больше ничего особо не нужно. У нас осталось не очень много времени, 2-3 минуты. Пожалуйста, вам заключительное слово к сегодняшней передаче. Как нам соблюсти нашу розу? Ну, как если садовник, он зрячий, то он розу свою соблюдет. Он ее любит, он ее наблюдает, он ее смотрит и там подкармливает. А если садовник будет незрячий, то он ее сам же и затопчет, да, наступит на нее в слепоте. Поэтому всем желаю вам достичь духовного зрения, чтобы через это вы могли видеть и опасности, и добрые моменты этой жизни, и через это духовное зрение увидеть самого Господа. Незрячие – это те, кто не хочет видеть Бога. Незрячие – это те, кто не верует, и те, кто отвращаются. Кто-то бывает и верующий, но отворачивается от церкви. И это... Или как фарисеи, например, да. Они видели, да, и не хотели верить. Ну, там были и князья израильские, которые тоже веровали, но не ходили за Христом и, собственно, с ним не общались, потому что боялись просто. То есть таких много моментов в Евангелии. Поэтому мы должны все-таки быть зрячими, и тогда наша душа придет ко Господу. Тогда будет виден путь. А слепой он пути не видит, он заблудится. Да. Будьте все зрячими. Это мое вам пожелание. Да, ну и мы последний раз с вами в этом году уже приветствуем, да, Христос воскресе. Воистину воскресе, воистину, да. Воскресе, тут нас ждут святитель Николай, праздник 22 мая, да, и уже... Да, престольный праздник нашего монастыря, поэтому всех приглашаю 22 мая приехать
с крестным ходом пройтись вокруг монастыря, помолиться, причаститься святителю Николаю, чтобы он нас также покрывал своими молитвами и своим усердным попечением о наших жизнях. Да, а через неделю уже будем встречать Вознесение Господне. Да, время летит. Время летит. Да. Ну что ж, благодарю вас, Евстимий, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. На сегодня все. Христос воскресе!